Управлением организации «Дознание» Главного управления ВД России по Саратовской области окончено расследование уголовного дела в отношении организованной группы граждан по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе дознания по делу было установлено, что двое жителей Воскресенского района в акватории реки Терешка незаконно добывали раков, используя запрещенные раколовки, после чего реализовывали водно-биологические ресурсы. Незаконная деятельность была пресечена оперативниками отдела полиции по Воскресенскому району совместно с сотрудниками управления уголовного розыска Главного управления ВД России по Саратовской области и инспекторами ГИБДД. У мужчин полицейские изъяли большое количество раколовок, моторную лодку с лодочным мотором, автомобиль с лодочным прицепом, а также более 4000 особей речных раков, которые впоследствии были выпущены в естественную среду обитания. В настоящее время уголовное дело с утвержденным надзорным ведомством обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.